Привет всем! Сегодня покажу, как сделать хороший шампунь самим. Для этого нужно этот шампунь будет укрепляющий для волос против перхоти и от выпадения волос. То есть это очень питательный, и этот шампунь он настолько ваши волосы сделает живыми, красивыми, вы даже не представляете. Просто нужно взять обыкновенный шампунь, которым вы пользуетесь всегда, и взять вот такой вот мумиё в таблеточках таких вот продается в аптеке. Вот я уже взяла, то есть нужно взять одну таблеточку, выдавить ее. Вот сейчас я вам покажу. И просто добавить в шампунь. Вот я уже покажу, здесь я уже добавила одну, она, видите, уже растворилась. Пройдет какое-то время, она растворяется в шампуне. Таким образом, нужно добавить где-то 5-10 таких таблеток. То есть вы уже смотрите на ваше усмотрение, как хотите. Потом они растворятся, вы размешаете и моете голову, как вы обычно моете этим шампунем. Волосы просто шикарные станут у вас. Попробуйте это на самом деле. Вообще мумиё, ну знаете, да, это называют слезы гор. Это настолько целебное вещество, смола, которое даже употребляют в пищу от различных болезней, продается в аптеке. И вот этот шампунь будет просто очень питательным и незаменимым шампунем для ваших волос. Попробуйте, сделайте, вы не пожалеете. Подписывайтесь на мой канал. Расскажу еще, как делать крем для лица и рук самим. Ставьте лайки. Всем пока. До свидания.